А сегодня у нас, друзья, поступление одной из самых флагманских моделей магнитол на операционной системе Android для автомобилей Volkswagen Skoda. Модель магнитолы идет от производителя White Media, название KS-9001, купе 3.32. Данная модель станет лучшей по соотношению цена, качество, характеристики и звук. Выглядит данная магнитола вот таким вот образом. Она, как мы сказали, фольксвагеновская, подойдет практически на все Volkswagen, которые имеют вот такой вот, можно сказать, трапециевидный размер магнитолы. То есть это Volkswagen Polo, Amarok, Jetta, Passat, Golf и прочие модели магнитол. Сзади она выглядит вот таким вот образом. Она слимовская, тонкая. У нее стоит уже модульная плата последнего поколения. Удобна инсталляция этой магнитолы, что за ней можно легко спрятать абсолютно все провода крепится магнитола на э, шурупы, штатные на 4 шурупа или 4 по-другому болта. Штатная снимается, это ставится снизу. Есть дополнительные кнопки управления для удобства. То есть добавить, убавить звук и еще дополнительные кнопки назначения. Это удобно, если у вас есть, нету, например, штатных кнопок на руле. А так полностью магнитола сенсорная с IPS-матрицей и экраном. Давайте перво на перво. А что особенного в данной магнитоле? Это же, конечно, ее характеристики. Данная магнитола обладает уже восьмиядерным процессором, тремя гигами оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной. Кого интересует модель процессора, здесь идет UIS 7862. Также, друзья, данная магнитола обладает отличными даже, скажем, более чем отличными звуковыми качествами. Ведь здесь стоит звуковая плата от компании Toshiba Япония, модель TTCB001HQ, со встроенным еще до кучи, друзья, японским звуковым усилителем, который обеспечит богатейшую раскладку звука. То есть, если у вас стоит штатная акустика, и вы будете вставить эту магнитолу, звук у вас будет не хуже штатки, а возможно даже лучше, если вы сможете еще и отстроить в ней звук. Данная магнитола в принципе позволяет уже прокачать и более серьезную акустику, если вы будете менять в автомобиле, все же процессор делает вещи. Также, друзья, как мы сказали в начале, магнитола обладает отличными техническими характеристиками, что очень оптимально для работы с несколькими приложениями, пользования интернетом и прочим-прочим. Значит, комплектация данной магнитолы. Что она включает? Она является очень богатой. Ведь эта магнитола идеальна для любого Volkswagen и для некоторых Шкод. Skod. Например, Шкода Yeti, в некотором случае некоторые Шкоды Супербы. И даже в некотором случае через переходную рамку Шкоды Октавии. Давайте посмотрим внимательно комплектацию. Первое, это штекер питания. Вот один из основных штекеров питания в комплекте идет квадлок. Он выглядит вот таким вот образом. Также в комплекте есть и другой переходник, в зависимости от комплектации вашего автомобиля. Это уже по-другому мини со Он обычно комплектуется в Volkswagen и Шкодах более с 2012 года. Также в комплекте есть так называемый канбас который подружит штатную электронику автомобиля с вашей магнитолой. Например, вывод климата, открытие-закрытие дверей, подключение камеры, подключение парктроников и, и так далее. Вот этот канбас подходит практически ко всем Volkswagen и Шкодам. Он идет в комплекте с проводкой. Также, друзья, в комплекте есть обязательно переходник на радио. Также, друзья, в комплекте есть переходник на штатный USB, если у нас есть. Ничего резать не нужно, все подключится по штату. И штатные USB-шники тоже. Также, друзья, в комплекте есть дополнительная колодка с тюльпанами. На ней есть дополнительный видео-вход. Если говорить про акустику, что на ней есть. Дополнительно возможность подключения э, усилителей. То есть есть полноценный фронтового канала, полноценный сабовый выход без всяких проблем. Также возможности подключения, как мы сказали, по тюльпанам, если говорить, по дополнительному оборудованию видео in а есть вход. Также, друзья, на этих же проводах располагается у нас дополнительно возможность подключения симки. В комплекте есть встроенный так называемый модем. Спокойно вставляете сим-карту сюда, 4G, у вас работает интернет без всяких проблем, очень удобно. И вход есть, кстати, под внешний микрофон. Микрофон также, идет в комплекте на длинном проводе также друзья есть у магнитолы дополнительно и встроенный микрофон выглядит он вот таким вот образом но лучше конечно использовать внешний микрофон который идет в комплекте также друзья в комплекте есть дополнительно два у избишника а даже точнее правильно сказать три они выполнены на толстом проводе качественном. Длины проводов спокойно хватит дотянуть до бардачка. Провода сами не перегинаются, сделаны реально качественно. Три USB-шника позволяет подключить флешку. переносной жесткий диск или, например, какой-нибудь типа внешний э, видеорегистратор через USB, который сейчас идут в моде. Дополнительно в комплекте обязательно есть GPS-антенна. Для того, чтобы у нас была связь со спутниками, что актуально для навигации. То есть навигация будет работать без соединения с интернетом. Через эту GPS-антенну она идет в комплекте. Далее, возможность у нее также дополнительно у магнитола есть возможность работать через Wi-Fi. То есть подключайтесь, например, к вашему телефону. Ваш телефон будет раздатчик магнитола принимающим устройством. Связь будет здесь, кстати, Wi-Fi 5G и две антенны в комплекте. Обычно мы привыкли видеть у магнитола одну антенну для Wi-Fi, а тут две для более стабильной работы. Ну и дополнительно отдельно тюльпанчик под камеру заднего вида. Вот такая вот богатая комплектация магнитолы. Без всяких проблем ее можно поставить в любой Volkswagen Skoda, если эта магнитола подходит вам по размеру. Проводка вся необходимая есть. Теперь давайте перейдем к самому интересному. Включим, посмотрим интерфейс данной магнитолы. Ну что друзья, подключили мы наш новый интересный магнитолу под названием White Media Volkswagen KS 901 332 к питанию 12 вольт. Вот так вот он выглядит во включенном состоянии. Вы сразу обратите внимание на и насыщенную матрицу. Все-таки настоящая IPS. Она стоит даже лучше, чем многих конкурентов китайцев. Также полностью сенсорный костной морозостойкий экран при легком нажатии пальца все срабатывает отлично. Магнитола вот имеет вот такой вот интерфейс. Что порадовало, здесь наши уже русские программисты постарались, доработали, сделали очень удобную прошивку для того, чтобы в ней разобрался интуитивно любой человек любого возраста, без всяких проблем. Вот это вот, видите, что оболочка называется тема или по-другому рабочий стол. Его можно поменять через настройки. То есть выбрать другой, например, рабочий стол. В магнитолях приложены три вида. Вот давайте, например, посмотрим. Для этого надо зайти нам в заводские настройки, набрать пароль. Здесь он называется 3368. И сделать переход. Только имейте в виду, э, это заводские настройки. Если вы же будете ими пользоваться, и если вы не знаете, какое назначение, что обозначает, лучше обратиться к специалистам, потому что можно что-то испортить. Вот. Мы перейдем в главный экран, меняется тема, выберем другую тему. И у нас поменялась менюшка. Стала вот таким вот образом выглядеть. Это вот тоже вторая тема. Здесь изменены виджеты, расположение значков и прочее. Это вторая тема. Также можно выбрать еще одну тему. Давайте попробуем, зайдем в настройки. 3, 3, 6, 8 пароль у нас. И выберем еще, что нам предлагает поставщик. Вот такая вот прошивка уже выполнена в черном строгом стиле. Вот такое вот расположение у них виджетов. Ну, такое вот у него, в общем, меню. Вот такой вот у него переход в общее меню. Ну, нам больше всего зашла тема, которая была у нас по умолчанию первая. Давайте перейдем на нее. Она по нашему показала самый удобный. Вот. Значит, на основной экран вынесем все самое основное, так как Мактола обладает, обладает операционной системой Android. Все значки можно менять. Uh, то есть вот эти виджеты основные можно uh, менять вот этот виджет основное окно, у Магнитолы есть такое понятие как функция картинка в картинке то есть вот это можно менять, здесь можно настроить в этом окне, например, чтобы шел YouTube видео, либо работал навигация, либо еще что-то, это делается все по умолчанию через настройки также, друзья, что из интересного, uh, вся панель управления у нас снизу все самое основное, это будет быстрый переход, например, в навигацию давайте нажмем, вот допустим попали мы в Яндекс Навигатор. Обратите внимание, 2 секунды все загрузилось. Все-таки 8, ой 8 ядерный процессор и 3 гигабайта памяти дают о себе знать. Обратите внимание на быстродействие. Очень удобно. Далее, друзья, трубка это переход в Bluetooth, то есть можно соединить ваш магнитолу с телефоном, разговаривать по громкой связи без участия рук и также прослушивать музыку очень удобно. Радио. Так как мы сказали ранее, что магнитол обладает отличным радиотюнером, один из лучших китайцев, магнитол обеспечивает отличный радиоприем, если вы к ней подключите антенну. Каждую волну можно за... настроить и зафиксировать. И так можно сохранить до 18 радиоволн. Очень удобно, кстати, приложение вот это радио. Далее, друзья, кружочек это быстрый переход в меню, в дополнительное приложение чуть, чуть позже далее значок музыка это переход в музыку стандартный плеер магнитола имеет вот такой вот образ можно зайти и выбрать каждый трек воспроизвести музыку очень удобно есть поиск по папкам что радует каждый трек можно отметить вот у него в этого плеера есть такая возможность как отметить сердечком вот сердечком отметяем и, магни... и получается вот этот трек попадает в папку избранную, чтобы его потом не искать. Вроде мелочи, а удобно. Теперь, друзья, самое главное, это звуковые настройки, многих кого интересует. У магнитола есть, мы сказали, функция DSP, Digital Signal Processor, только улучшается качество звучания. Для того, чтобы зайти в настройки, нам надо зайти в меню эквалайзера. Вот заходим, у нас на рабочий стол вы Вот мы видим, насколько богатый эквалайзер. Он здесь какие полосы? Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцати полосный, не ошибаемся, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Да, шестнадцати полосный эквалайзер, который можно регулировать по своему желанию вручную. Либо же можно воспользоваться преднастройками. То есть выбрать, допустим, преднастройку и воспользоваться очень удобно. Также, друзья данная магнитола обладает так называемыми временными задержками, то есть можно отстроить абсолютно каждый динамик, что удобно. Также есть функция улучшения баса, что актуально для саббуфера. Можно, допустим, подрезать что э, э, саб сверху, что снизу э, без всяких проблем. Это магнитола позволяет сделать. Также есть так называемый фильтр э, баса или по-другому настройки. Или срез частот. То есть можно каждой динамики порезать от нужной нам частоты. Например, если мы ставим эстраду, то есть она играет, то 60 может что Тизикер сможет что спереди, что сзади эти динамики подрезать. Также есть возможность понятия звуковое поле. То есть можно отстроить баланс и фейдер без всяких проблем. Здесь э, отлично воплощен звуковой процессор. Им очень удобно пользоваться, намного удобнее даже, чем в тех же популярных пионерах и кинутах. Все внешне интуитивно и довольно-таки понятно. Звук магнитол реально богат. Все-таки усилитель а, Тошиба с перемешкой с японским звуковым процессором дают об этом знать. звук реально получился не хуже, чем а, у фирменных дорогих магнитол. Далее перейдем в режим видео. Магнитол понимает огромное количество форматов. Вплоть до видео 4К. Вы сами можете оценить качество изображения, вот как мы сказали ранее, IPS, матрица с любого угла, с любого наклона, четкое изображение, никакой зернистости. Магнитола воспроизводит огромное количество форматов. Хоть с флешки хотите, можете смотреть видео с любого носителя. И понимаете столько же форматов, сколько и компьютер, либо ноутбук. Далее это режим настроек, да, то есть в каждую настройку можно зайти, выбрать. Настройки очень гибкие, их очень много. Все возможно, чтобы металла устроить именно под свои нужды. Давайте пойдемте далее. Посмотрим. Ну, переход в общее меню. Давайте нажмем, вот попадаем в общее меню. Здесь у нас есть всевозможные дополнительные приложения, да. То есть это дополнительно uh, яндекс Яндекс.Погода, УниДеск. Uh, а также есть возможность, кстати, перелистем Google карты. Это по умолчанию предустановлено в прошивку. Настройка кнопки на руле. Музыка Bluetooth. Также дополнительно есть Google. Допустим, заходим и воспользуемся интернетом. Play Market. Закачаны без всяких проблем. YouTube. Без всяких проблем можете воспроизводить видос. Вот, например, мы сейчас подключены к сети интернет. Кстати, через Wi-Fi. Можно модем поставить, а можно воспроизвестись через Wi-Fi. Ну, сейчас мы Wi-Fi подключены к нашей сети. Вы обратите внимание, сколько Шустро все работает, абсолютно можно любой видос воспроизвести и смотреть в дороге, либо когда стоите кого-то ожидаете, очень удобно. Можно на весь экран сделать без проблем. Далее, друзья, что мы хотим еще отметить? У магнитола есть возможность настройки подсветки вот этих клавиш клавиши, кстати, дополнительно они кнопочные, можно их нажать, то есть здесь дополнительно интегрировано э, плюс-минус звук, э, возврат домой, э, кнопка э, приглушения звука выключения, кнопка возврата, кнопка на переход навигации, кнопка bend. Э, очень удобно, когда есть еще, скажем, так называемые живые кнопки. Это сделано для того, что у кого нету, например, штатных кнопок на руле, удобно пользоваться. Производитель постарался и сделал эту магнитолу универсальной для всех. Ну вот, давайте, например, продемонстрируем, как работает подсветка кнопок. Для этого надо включить габариты. Можно, чтобы это работало не по включенным габаритам. Это все делается через настройки. Это надо зайти в общие и найти здесь настройку. Давайте посмотрим. Вот подсветка кнопок выбрана по габаритам. Можно не по габаритам. Можно сделать, чтобы она у нас горела постоянно. Также можно настроить сам цвет кнопок. То есть выбрать зеленый, там голубой. Вот смотрите, внимание, обратите, как меняется сама подсветочка без всяких проблем. Хотите разный оттенок придайте, все это работает. Именно можно сделать гибко под вашу настройку. Как мы сказали, магнитола еще раз обладает огромным функционалом, она гибкая. И именно можно подстроить под ваш Volkswagen, либо же Шкоду по любым вашим как бы, запросам и желаниям. По характеристикам, скажем, Производительности магнитола является одной из лучших, и по качеству звучания тоже отличный вариант ваш автомобиль для тех, кто хочет действительно серьезное головное устройство на операционной системе Android. Модель White Media ks 9001332 Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем хорошего дня и настроения. Всем пока. Убирайте правильный магнитол.